Идет спокойно. Все сидят. УАЗ сидит. Чероки сидит. Нивы сидят. УАЗ тоже сел, баночка. Набеделся к дереву. Пошел. Потихонечку идет. Миша выехал, сейчас будет эвакуировать Луаза. Болото? Тут вообще тут пройти надо было сразу, посмотри, тут вода стоит, тут вообще ничего больше не осталось. Но тем не менее, здесь красота такая.
Резина замылилась полностью. Дизельный УАЗ на сафарях. Коля, а какой у тебя дизель стоит? Я 616 со 123 или 124 масса. А мосты военные стоят? Да. Блокировки? Ни одной нет. Нет, блокировок нет. Коля решил в натяг попробовать проехать по болоту. Не срывая дерн. Идет по натяг, не разрывая дерн, двигателя хватает, спокойно проезжает. Дима на Ниве решил попробовать тоже в натяг проехать. Посмотрим. Первая пониженная. Не газуя. Спокойно проезжает. Наша боевая буханка на 31-х сафарях. 33-х, простите, извините. А что у тебя стоит, Игорь? Есть блокировки какие-то, нет? БТРовские. БТРовские блокировки в двух мостах. Двигатель 421, последний росток. 421. Так, подготовленная для бездорожья. Электроусилитель от Toyota. Электроусилитель от Toyota, да, стоит? Будет Коля на УАЗе.
Диагоналка. Почти! Не хватает блокировочки ему. Идет буханка. Сейчас посмотрим, как она тут поедет. Заходит спокойно. Это 69-й УАЗ. Легко заходит. Пробует Гранд Чероки. Повис. Со всеми блокировками заезжает.
Не замечаю.